Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 17 число 17 июня 2019 года. С вами Виктор Фурсов. И сегодня на нашем телеэкране медоносные пчелы. Ну, точнее говоря, папа и мама медоносные пчелы. И кто же здесь есть кто? Ну вот видим, что темненькое брюшко высовывается из ячейки. Это говорим, что это мама, потому что здесь королева спряталась. Совершенно очевидно, потому что у нас здесь в коробочке были маточники и трутневый расплод. А вот усики появляются. Это пытаются потихонечку вылезти трутни. Это папы пчелиные. Мама вот уже вылезла, поскольку здесь тесновато в коробочке. И она чувствует, что здесь другие маточники есть. Рабочих пчел нету. Все-таки пришлось удалить несколько маточников. Обычно матка прячется. Она часто залезает обратно в маточник, в очень крупный такой, как желудь, ячейку. И прячется, пока не наступит нужный момент. То ли вступить в драку с старой маткой, то ли призвать сообщество, семью куда-то улететь сроиться. Но вот сейчас она просто спряталась. Думаю, что поутру, когда солнышко поднимется повыше, она разактивируется, здесь будет ходить, поэтому мы ее отдельно покажем. А пока покажем, как пытаются выйти трутни. Они потихонечку так подрезают мягкий воск. Уже напилили там много. И когда вылезут, то будут тут бродить по садочку. Сейчас покажу их соседей, которые тоже так стараются выйти. Трутневый расплод крупнее обычного расплода, потому что трутень покрупнее, чем рабочая пчела. И очень часто обычно располагается внизу рамки с расплодом. Целые такие трутневые языки образуются. Не надо даже вообще нижняя часть рамки. Это чисто трутневый расплод. Мы видим, что потихонечку они выгрызает ход себе наружу. Когда будет ходить, я их покажу отдельно крупным планом, будет интересно. А сейчас коротенький сюжет такой о трутнях, грызущих себе путь наружу. Они как бы уже давно тут сидят, все еще не выгрызли. Может быть, они тоже в определенной смысле чувствуют неестественность ситуации, потому что сот срезан и вне гнезда, и как бы выходить слишком быстро рановато, непонятно куда попадешь, то ли тебя кто-то съест, то ли удастся выбраться. У них, видимо, более коротенькие жвалы верхней челюсти, они не очень такие большие активисты, разве что вот только с крышечкой, чтобы справиться. В обычной ситуации, видимо, им еще рабочие пчелы могут тоже помогать приоткрывать крышечку. Но они вполне нормально. У них более крупные глаза, более пушистое тело, размеры они более крупные. Конечно, у трутни нету корзиночки для сбора пыльцы и обножки. Он им не нужен. Главная их задача — вылететь вместе с маткой, спариться. И трутни после этого погибают. Правда, часть остается в гнезде, даже часть трутней может вполне зимовать вместе с рабочими пчелами. Такое явление тоже вполне описано. Когда есть определенное количество трутней, это даже семью стимулирует на более активную работу. Поэтому есть рекомендации полностью трутневый расплод не удалять. Однако имеет смысл его удалять, когда появилось много языков, с тем, чтобы просто изолировать клеща, клеща-ворова, который активно нападает как раз на трутневый расплод, который более крупный, мощный, развивается там много личинок. И без определенных затрат для семьи можно этот расплод срезать и забрать из пчелиной семьи. Таким образом, немножко их оздоровить. Вот такие вот трутни, которые показывают свои усики.
такое впечатление, что их ждать тут можно еще минут 20. Уже покажу их завтра по солнышку, как они выкарабкаются, выберутся. Это будет, вот видите, показывает свой хоботок правой стороны. Тут у него тоже хоботок коротенький. Гораздо короче, чем рабочий особи. Потому что трутню тоже не надо собирать. Нектар можно только подпитываться. Ну и общаться с рабочими пчелами. Получить от них нектар, получить от них капельку меда. И получить какую-то команду иногда. По осени рабочие пчелы трутни не выгоняют из рабочего. Из колонии. И такое может быть. Так что команда от рабочих может быть самая разная. Ну, вот здесь они стараются потихонечку выгрызти свои ячеечки и выбраться. Покажем их уже крупным планом завтра. Так что спасибо за внимание. Если вам было любопытно увидеть таких веселых трутней, которые выбираются на свободу, то ставьте лайки и пишите комментарии, удивили ли вас усатые трутни, которые здесь вот как борцы грызут себе ячеечку наружу. Потому что нужно хорошо крышечку открыть, иначе будешь вылезать, крылышко повредишь, приклеишься где-нибудь. До конца надо уже догрызть и аккуратненько вылезти. Чистеньким, а потом почистится еще. Воск мягкий, так что легко удается подрезать сейчас. Тут ходящий рядышком трутень, назовшийся. Вот он. Кажется, уже голова вылезла у трутня. Сейчас смотрим, как вылезает папа трутень. Братец, один из многочисленных трутней. И тут клещ ворову сразу мист тоже такой бежит. Сейчас вполне может сесть на клещ. На взрослую особь. И подписываться гемолимфой. Вот залез там на разведку, в ячейку. Не допилил что-то немножко. Не захотел вылезать. Давай. Допилил. Вылезай из гнездышка. Я тебе покажу сразу. Во всей твоей красе. Пушистого, лохматого. Как такую веселую собачку. Хотя можно собачкой назвать еще и клеща ворова, который на тебе будет кататься. Головой толкает. Хочет вылезти. Прет как танк. Разрывает кокон. И крышечку. Мы наблюдаем, как выходит трутень из гнездышка. В своей рабочей, в своей ячейке. Сейчас совсем очистит крышечку. И вылезет. Там другие делают. Другие тут. Вот тоже. Воск очищают. Расширяют. Это вам кажется узковато будет. А тут вот это у этого. А у этого крышка просто мешает выйти. Сейчас посмотрим. Уже осталось совсем немножко. Максимум увеличения. Две ячейки с трутнями. Где-то вторая, третья. Вот такие старательные трутни у нас сегодня, которые пытаются выбраться
Если вам понравился сюжет, ставьте лайки и пишите комментарии. Давай. Последнее движение. Ну зачем прям крышечку обязательно снимать? Вылезай, уже не зацепишься. Нет, надо, чтобы все было чин-чинарем. Чисто срезать крылышко, чтобы ничем не приклеиться, не повредить свои нежные крылышки, которые совсем мягкие. Конечно, могут повредиться при освобождении. Так, кажется, почувствовал. Оживился. Нет, там что-то опять надо подгрызть. Тщательно. Сколько надо тут? Так, грызть крышечку. Перегрызь. Где-то паутинка не пускает крышечку. Трудно, хотя тоже вылезти. Хорошо, спасибо за внимание. Ставьте лайки и пишите, какие сюжеты вам еще интересно увидеть. Я это сделаю вторым сюжетом. Полное вылупление трутней ячейки. До новых встреч.